Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И, наверное, как вы догадались по присутствию бутыли с вином в кадре, сегодня мы как раз-таки о вине и поговорим. Ну, о чем именно? Я вам расскажу, что сейчас происходит с моим вином. А сейчас у нас конец апреля. Я вам расскажу про затяжные брожения, почему они такие бывают. Поскольку проскакивают комментарии, у меня вино до сих пор бродит, как его остановить и так далее. То есть поговорим про брожение, поговорим про винный камень, ну и в принципе поговорим, вот, да, расскажу, что с моим вином происходит. Итак, вино урожая 21 года, напомню, сейчас конец апреля, и если вы обратите внимание на затворчик, даже вот так вот лучше видно, еще некоторое брожение идет. Ну, вообще оно вроде как уже остановилось. Затвор был в ровном состоянии. Ну, когда я его стала немножко перемещать, мы понимаем, что есть и определенное количество растворенного углекислого газа в жидкости. Оно взболталось и немножко вот затвор перешел на разные уровни. Почему так происходит и почему вообще весной начинает вино бродить и почему вообще оно может бродить очень долго? И на самом деле причин может быть много, но давайте напомним вообще, какие у нас бывают брожения. Первое брожение спиртовое, когда у нас сахар превращается в спирт. Второй тип брожения яблочно-молочное, когда яблочная агрессивная кислота превращается в более мягкую молочную. И, как правило, вот это вот спиртовое брожение, то бурное, которое мы видим в начале, ну, это оно есть, да? И у нас могут случаться недоброды. По каким причинам? Первое, самое банальное, это бездумное добавление сахара, особенно в конце, по рецептам, поэтапно. Вот мы добавили, а потом к весне у нас вино просыпается, дрожжи просыпаются, и могут начать бродить. То есть, если у вас вино бродит очень долго, или там не бродило, не бродило, потом вдруг забродило, то одна из причин – это вот банальный недоброд, особенно если вы насыпали сахара, здесь вообще, как говорится, нечего гадать на кофейной гуще, все просто. А вторая причина – когда у нас остается маленькое количество сахара, совсем маленькие, а вот их дрожжи съедают очень тяжело. И если в этот момент у нас происходит понижение температуры, а как правило в наших условиях именно это и происходит. Я сейчас попрошу воздержаться немножко от комментариев у тех, кто живет там в винодельческих регионах, имеет свои специальные помещения, которые, да, у нас такого не бывает. Мы говорим о вине, о приготовлении вина в таких, ну, честно, даже назовем кустарных условиях, домашних условиях, квартирных условиях, в тех условиях, которые у нас есть. И вот даже мой пример, я не исключаю, что здесь и спиртовое брожение заканчивалось. Почему? Потому что вино стояло в прохладном деревенском доме, то есть пока было тепло, все было хорошо, там все бродило, потом температура стала падать, и, конечно, дрожжам это не нравится. Они начинают впадать в спящее состояние, ну, поэтому брожение может затягиваться и возобновляться вот потом, когда станет тепло. Очень хорошо это заметно, например, если приезжаешь в дом, затапливаешь печку, через некоторое время, да, становится тепло и начинают работать затворы. То есть тут все просто. Но, к сожалению, так бывает. И обеспечить стабильную температуру у нас получается не всегда. Дальше яблочно-молочное брожение. Вот это брожение вообще такое очень интересное, очень специфическое. И начинается тогда, когда ему хочется. В общем-то, и очень часто оно как раз-таки начинается весной. Есть такая примета, поговорка, что когда по виноградной лозе начинает двигаться сок, вино начинает заново бродить. Вот, как правило, это яблочно-молочное брожение. Причем вот оно может идти тоже достаточно долго, особенно если мы вина перенесли, мы уже думаем, что все отбродило, мы перенесли в подвалы, в прохладное помещение.
И через некоторое время замечаем, что оно начало бродить. Вот это то самое яблочно-молочное. И тоже важно, да? И спиртовое брожение, и яблочно-молочное нам не надо останавливать. Если вино бродит, оно должно отбродить. Особенно яблочно-молочное брожение для красных вин. Если для белых там еще считается, что в некоторых случаях его проводить не нужно, то для красных вин это обязательный момент. Потому что именно когда это брожение заканчивается, считается, что вино микробиологически стабильно. И вот те самые кислоты, которые мы все время хотим убрать, водой, сахаром, чем-то еще, вот они смягчаются именно благодаря этому брожению. Поэтому если у вас вино бродит, длительно бродит, не мешайте ему. Мы сейчас говорим о виноградных винах, там с плодовыми, я не знаю, там могут быть свои какие-то особенности, но виноградные вина, вот яблочно-молочное брожение, оно должно нормально закончиться. Если только мы специально не делаем, тоже какие-то там полусухие, полусладкие, но там надо читать технологии. Добавление сахара – это не полусладкое вино и не полусухое. Это так, из области фантастики. Возвращаемся к этому вину, к этому экземпляру. Что произошло с ним? То есть, вот, да, стало прохладно, брожение остановилось, и это вино уже приехало в городскую квартиру, поскольку бутыль небольшая, чтобы ему было тепленько, было хорошо. У него затвор остановился. Оно отбродило, кстати, за все время я сняла его с осадка всего лишь один раз. С толстого густого осадка первого. Все, больше я его не трогала. Я не вижу смысла там бесконечно вот это вот снятие с осадков там каждый месяц, каждые два месяца. Ну, в этом особенно сезоне я пошла по принципу, вообще, чем меньше вино трогаешь, тем лучше. Так вот, оно отбродило. Как мне показалось, это было, наверное, ну, может, в районе Нового года, может, чуть раньше, не скажу точно. И я выставила на балкон для выпадения винного камня. Также напоминаю, винный камень, он выпадает, лучше выпадает, если температура пониженная. Вообще идеально до минус 4, но даже если она прохладная, он тоже выпадает. И простояв несколько месяцев на балконе, конечно, зима у нас была не очень холодная, достаточно мягкая, тем не менее, температуры там, ну, около нуля были. Но винный камень почему-то не хотел выпадать. Сейчас объясню почему. Но я заметила, и даже в одном из роликов, наверное, это был ролик, когда я рассказывала, почему не надо спешить с розливом вина в бутылке, я показывала, что на балконе вот такая-то температура, и затвор развернут. То есть какое-то брожение идет. Вот в том числе это вино там тоже было, я не помню. На этой бутыли я показывала, либо на другой, но сам факт. То есть вроде низкая температура, но вино бродит. Ну, раз оно бродит, я его забрала назад в тепло. И вот буквально недавно обратила внимание, что в бутыли образовался винный камень. Заметьте, в температуре, здесь, кстати, есть у нас градусник, ну, комнатная, порядка 20 градусов. Вот именно при этой температуре, казалось бы, но винный камень выпал. Почему так происходит? Тоже были у вас вопросы зимой. Что делать, винный камень не выпадает? Вот это самое яблочно-молочное брожение, оно способствует потом в дальнейшем выпадению винного камня. А если оно не произошло, то винный камень в некоторых винах, не во всех, там все равно вино – это очень сложный химический... Ну, даже не организм, как это правильно назвать, ну, там огромное количество сложных химических реакций. Тем не менее, яблочно-молочное брожение, оно способствует выпадению винного камня. И вот смотрите, вот они, вот эти вот чудные кристаллики, это он самый. То есть смотрите, к чему я это все веду? Бродить вино в апреле, в принципе,
допустимо. Конечно, ну, идеально, чтобы оно, все вот эти вот брожения закончились раньше. Но если мы не создали для этого оптимальные условия, ну не было у нас такой возможности, значит, оно будет бродить и может еще бродить некоторое время, пока вот то, что там должно выбродить, не выбродит. И я вам специально вот показываю это на своем примере, что да, такое может быть, такое бывает. А второе, опять же, возвращаемся к вопросу розлива в бутылке, когда очень хочется, вот только оно отбродило, там в декабре, в январе, так точно, в бутылке все залить и укупорить. Не всегда это хорошо, конечно, не у всех будет такая ситуация, как у меня, что вино вот такое вот долгоиграющее. Тем не менее, это быть может, и спешить с розливом не стоит. Конечно, можно разлить все в себя, и уже да, к моменту там, конца апреля ничего для розлива не останется. Тоже, кстати, очень хороший вариант. Но если мы говорим о розливе в бутылках, то есть... Там желательно максимально убедиться в том, что все процессы у нас завершились. Это не единственный образец вина, который у меня еще пытается бродить, да? Причем помните, что я сказала в начале видео, что я пошевелила бутыль, поэтому затвор развернулся. Есть у меня те образцы, те бутыли, которые... без каких-либо шевелений, еще несколько бродят, но я прекрасно знаю причину, да, к сожалению, я не могу обеспечить вину правильные комфортные условия для правильного завершения всех процессов, поэтому вот оно у меня, можно сказать, страдает, да, и то бродит, то не бродит, ну, к сожалению, так. Что с этим вином, да, напомню, что когда взболтала, затворчик подвинулся, тем не менее, сейчас я его сниму с винного камня и, в принципе, разолью в бутылки, но для текущего потребления. Для текущего потребления я разливаю просто бутылки с винтовой пробкой и уже будем его пробовать. Ну и заодно снимем с осадка, снимем с винного камня. Смотрите, какой здесь обалденно насыщенный цвет, даже так не видно. Надо подсветить. Смотрите, какая красота. Ну и вам все равно камера передает чуть более красные оттенки. А в реальности оно такое вот, скажем так, совсем фиолетовое. Но это смесь тех сортов, которые первый год плодоносили. Здесь и Мукузани, здесь Ландонуар, здесь мой Туран, не Туран. То есть такая смесь получилась. Ну, вина такой очень интересный, насыщенный запах. Наверное, чем-то похож на каберне, легкие нотки. Есть такие древесные нотки, хотя в дубе оно не было, да. Напомню, я его из осадка сняла всего лишь один раз. Но если говорить о вкусе, что хотелось бы отметить в данном экземпляре, это абсолютно отсутствие кислоты. Вообще вот ее... не чувствуется от слова совсем, несмотря на то, что в составе есть мукузани, да, пусть его немного, но где-то там пятая, шестая часть точно была. Мукузани ругают за высокую кислотность, тем не менее, ну, другие сорта, они тоже имели определенную степень кислоты, но ее вообще не чувствуется. Почему? Потому что вот оно долго стояло, все брожения произошли, в том числе яблочно-молочный, напомню, который смягчает кислоту, винный камушек выпал, то есть вино естественным образом кислоту снизило. Вкус мягкий, приятный, ощущаются черные ягоды, ощущается такой легкий древесный аромат и достаточно долгое послевкусие.
И на что бы я еще хотела обратить ваше внимание? Ну, самый главный посыл сегодняшнего ролика был в том, что вино может бродить долго, и надо ему дать завершить все эти процессы. Вот когда мы их завершим, мы можем говорить о том, что вино, ну, условно готово. А почему условно? Потому что у нас завершились основные процессы, но это не значит, что процесс формирования вина закончился. Нет. Напомню, что вино – живой организм, там миллионы химических реакций различных, и вино все равно будет преобразовываться. Вот если в тот момент, когда у вас как бы все отбродило, все закончилось, вы пробуете, вам вкус не совсем нравится, ну, с той же кислотой. Иногда бывает так, что вроде как бы все вкусно, вы ощущаете вкусы, ароматы. Ну вот, есть такое чувство, как будто водичка кто-то разбавил. Такое бывает, через некоторое время это проходит. То есть вину просто надо больше времени на формирование его лучших кондиций. Поэтому, если вас что-то немножечко не устраивает, то не спешите сразу делать выводы, закройте его в бутылке. Ну, либо даже в бутыле можете оставить, плотно закрыть и подождите некоторое время. Когда вы из года в год работаете с одним и тем же сортом, то, в принципе, вы уже будете понимать, как вино себя ведет на каком-то этапе. Ну, пока мы только начинаем, для нас это непонятно. И, в общем-то, скажем так, мы исследователи. Мы смотрим, как оно развивается, как оно себя ведет, как оно себя проявляет. Но самое главное, не мешайте. Пусть оно правильно завершит хотя бы основные процессы. Но если мы наберемся терпения, еще вот позволим ему немножко дозреть в бутылке, то мы можем прийти к очень хорошему и радующему нас результату. Самое главное – это набраться терпения. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда. Ссылка на другие полезные видео и мои контакты. До новых встреч!